обычно, самого лучшего, самого качественного интернета и мобильного оператора, с которым можно и поговорить, и, собственно говоря, сэкономить, мой взгляд в очередной раз упал на стороннего оператора от МТС. И это был Мегафон. Я решил проверить, настолько ли хорош Мегафон, как все говорят. У них первенство по скоростному интернету за 2018 год. И, как говорят сами и работники Мегафона, за 2019 год они тоже стали лидерами. Так вот, проверим. Сначала я проверял на своем Wi-Fi роутере на работе и на своем Wi-Fi роутере здесь дома. Скорость интернета. Посмотрите, какой пинг. Посмотрите, какая отдача. И посмотрите, какая скорость вообще. Вот. Посмотрите также скорость МТС. С правой стороны это работа от меня. С левой стороны от меня это уже дом. Время, конечно, разное, но, тем не менее, то, как отрабатывает МТС, мне нравится больше. Мегафон, ну, откровенно говоря, дома лагает и по полной программе. Но на работе Мегафон чем хуже? Тем, что связь проваливается, связи практически нормально не бывает. То есть, ну, начинаешь с кем-то нормально разговаривать на полной антенне и резко обрубается связь. И это не только у меня, это у многих наших сотрудников, у которых Мегафон, у них у всех это в порядке вещей. Вот, хотя я не скажу, что в какой-то плохой зоне покрытия находится моя работа. Вот, я бы даже сказал, в очень хорошей зоне покрытия находится, лучше, чем дома, потому что дома у меня скорость интернета, откровенно говоря, не очень. Что утром, что вечером. Вот, в этом вы можете убедиться, проверив мои отснятые проверки скорости интернета, проверки пинга, проверки отдачи интернета. То есть по скоростям там вообще завал полный, хотя и там, и там. Я привел два скрина, где стоит 4G на МТС и 4G на Мегафоне. На Мегафоне 4G отрабатывает на работе лучше, дома хуже. Хуже не то чтобы на порядок, в два раза хуже. А кое-где даже и в три раза. Вот. Это не зависит от времени суток, это просто работа так называемого лучшего оператора скоростного интернета Мегафон. Делайте свои выводы, а я пока остаюсь при своем МТС и остаюсь дальше на своем операторе. Потому что я уже уходил на Билайн, и это было, ну, просто провальное тестирование оператора Билайна. Полгода я отмучался с их симкой, и только после этого вернулся обратно, проверяя опять же и Мегафон, и Теле2, и Билайн тот же самый по интернету. Проверял всех операторов, вернулся обратно на МТС. Вы проверяйте у себя дома. Может быть, у вас будет другой оператор какой-то ловить лучше. Все зависит только от вас. Кому было интересно, полезно, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока!